Итак, пацаны, с вами Пух, и это игра под номером 67 из списка лучших игр за всю историю Варкрафта. С Джокомелк против Грабис. Джокомелк — это, по-моему, норвежский эльф Криолофус, если мне не изменяет память. Один из его смурфов. Вот. Граби вы все знаете. В прошлом профессиональный Варкрафтер, Старкрафтер, двукратный победитель ВЦГ, ныне популярный стример по Heroes of the Storm, комментатор и просто любимец зрителей. Против него норвежский эльф, у которого карьера была не такой долгой, но очень продуктивной. То есть удалось ему выиграть ВЦГ один раз, победив в финале Ская и во многом полностью изменив мету Хуманельф тем, что, как мне кажется, как мне видится, Скай полностью отказался от стратегии игры в рифлов после того злосчастного ВЦГ и решающей игры на Twisted Middles. И, соответственно, многие последовали его примеру, имеется в виду Хуманы. И сейчас мы, например, мы наблюдаем такую тенденцию, как игра Fast Expand на всех картах против эльфа, когда это только возможно. Ну, по крайней мере, на азиатской сцене это 100%. Итак, значит, и вот уже не стандарт. Keeper of the Groove. На карте Ancient Tales против Граби. Но это легко может быть Keeper с талонами, например. Посмотрим, какие адаптации сделает Граби. Пока он начинает стандартно. Поздний раб на разведке. Ну, достаточно поздний, я не знаю, почему такой поздний. Может, он хочет только барак спалить, может быть, забыл, я не знаю. Обычно чуть раньше должен выходить этот раб. Но в итоге, видите, кипера он не увидел. Так бы, я думаю, Граби изменил что-то. По крайней мере, он бы не крипил точку до конца, я думаю. И превентивно бы встречал. А так, получается, он отдал. Пытался Граби добить киркой одним рабом другого. Ой, красиво. Красиво заденайл. Построив вормил. Ну что, будет двое корней тратить на гранта? Нет. Пока ждал. Где же находится блейдмастер? Потому что если бы закоммитился в этого гранта двумя корнями, то потерял бы все хп. Умный игрок, конечно, Криолофус, я думаю, это его главное, основное качество, что позволило ему за такую короткую карьеру добиться так много. Да, он не остался известен как самый, как бы, крутой игрок в истории, но, на мой взгляд, он очень недооценен, просто потому что, так сказать, не так много играл. И много проигрывал, и, так сказать, даже игрокам уровня ниже. Но он сказал, говорит, выступлю на ВЦГ, потом забью и буду учиться, собственно, сделать дело, гуляй смело. Я думаю, его девиз. Подготовился супер круто к ВЦГ, потащил его, хотя в финале так не казалось. И, соответственно, потом ушел на Real Life покой. Наши воины вступили в бой. Ну вот грабин обычно не отличается от плохой разведкой такой, но что-то вот в этой игре мне не понравился его дебют. То есть он даже не знает, кипер там ханты или там кипер фастейч. То есть получается, мне кажется, использовал, может быть, историю их игр, но, по крайней мере, в этой игре ошибку Граби в свою пользу Криолофус точно. Хотя, по тому, как он выстраивал свой билд ордер, казалось, что это его просто план игровой.
уйти так и так без бараков течь, то есть независимо от того, что делает орк. Ну, я думаю, он просто знал и ожидал, что будет делать Граби. Да, это будут талоны через Кипера, как вы уже поняли. Виспы в ключевых точках. Здесь он скорее, чтобы палить, возможно, крипинг, используется виспа как разведчика засланного. Ну а здесь понятно, перемещение в центре, перемещение справа, что в целом уже достаточно. Что Граби рабов-то не контролит. Или это был байт такой? Здесь же став. Наши воины вступили в бой. Там надо кипера, надо копать было этого Хексера. Тогда бы не умер, скорее всего, кипер. Тут здесь мана закончилась. Хотя сапоги там ей были все равно. Ну, сложно сказать. Неплохо Граби нахарасили. Не бесплатно, так сказать. Кипер был потерян, но тем не менее. Ага. Два Спирит Лоджа от Граби. Что это будет? Тоже не часто такое увидишь. Правда ведь? По крайней мере, здесь будут спиритволкеры, но может быть какие-то еще маги. Священная роща осквернена. Т3. Маги на маги у нас будут. Ну вот мы посмотрим, чьи друиды, чьи шаманы умнее, орковские или эльфийские. Циклон уже есть, очень быстрый циклон. Хороший став, видите, тут уже подходил Хексер. Так, же Камилк нанимает Тинкера. Вышка, но она слабо поможет талону, потому что если вышка без фортификации, бьют по ней с дополнительным уроном, достаточно быстро убивают. Отличный тайминг для атаки, но плохой завод у Криолофса. Нужно было куда-то сюда его ставить, левее. Ну, видите, на халяву просто теряет завод.
Так, минус Борус, минус вышка, но два талона полегло за это. Минус еще один Борус и supply блок у Граби, причем достаточно весомый. Ну, у него сильный запак итемов на героях, поэтому должен отбиваться здесь. Несмотря на то, что лимита у него меньше. Инвол. Так. Лечение еще есть. Какого левела? Так, до третьего чуток не хватает. Цехе. Контролит, граби, контроль, смотрите. Убивает сам, чтобы воскресить. А, только рановато он сам убивает, чтобы не дать экспы. Этот не готов еще. Граби, кстати, колбу пьет, а не камень жизни. Это важный момент. Делает это он для того, чтобы не терять так рано такой драгоценный итем. Потому что он еще дает вам увеличенный реген жизни. Поэтому не хочется так рано терять его. Ну, все равно придется, скорее всего. Нет, бутылку маны юзает все равно. Ну, то есть до последнего тянет. Почему я говорю, что убил рано? Потому что труп может пропасть к моменту доделки вот этой. Ну, вроде как нет. В аккурат, да? Теперь можно воскрешать. Есть мана на ком-то? Так, Граби выкупает итемы перед тем, как магазин падет. Соответственно, чтобы отрегенить цеху. Неприятно, ведь чуть-чуть не хватает до третьего левела. 48 лимита. Тут уже готов экспанд, потому что долго находился Криолов в полтиннике. И, соответственно, нерезонно было ему выходить в... из 50 в апкип, так сказать, и поэтому потратил он ресурсы, которые скапливались на то, чтобы сделать базу дополнительно. Почему бы и нет? Тем временем Граби накопил 40 лимита. Все, наконец-то третий СХ. Магазин, кстати, отчинили, выжил. Явился по твоему зову. Заводы не нравятся мне, как кидает Криолофус. Использует он их как фронтлайн редут, так сказать. Но... на мой взгляд, это не лучшее их применение. То, что танковальщик из них так себе. Пацаны, кипер только сейчас получил второй уровень, если что. То есть, прикиньте, как они дрались. То есть, Граби почти ничего не отдавал, он, ну, кроме буровов, рабов немного и так далее. У Граби героя 4-3, здесь героя 2-1-1. Я бы сказал, что это сильно решает, но фишка в том, что там талоны, то есть они могут просто поднять героев. Но тут получается такой трейд-офф, так сказать. Урона некому раздавать, то есть все равно до какого-то уровня, ну, я бы сказал, что третьего, например, нужно качнуть беста и тинкера, потому что кипер он не дамажит уже на такой стадии, корни ничего не делают, так как диспелится, а демона хантера нет, то есть обычно в таких раскладах урон раздает демон хантер.
но в этой игре его нет и не будет, поэтому, так сказать, не все так очевидно. Ага, Готово. тут уже свичнулся в дриад, ну и медведи впоследствии Криолофус. Ну, говорю, очень умный игрок. То есть решает он не коммититься в войну магов. Говорит, окей, окей, типа я проиграл. Так спант уже, я не знаю, 5 минут стоит, наверное. На кипере есть арба? Что-то я не вижу арбы на кипере. Ну, без арбы вообще 0 урона. Ну, будет арба, нет? Да, будет. Исследование завершено. Если бы не купил колбу перед тем, как выйти, он бы сейчас отдался. Как же под минус армором он умирает? Минус кипер опять. Всего лишь когти плюс 6 и цирклетка. Но там минус арморы от тинкера. Опять плохой. Это алхимика. Опять плохой завод. Здесь добавляются тролли. Е, против дриад. Пипец. Пипец задроты. Увидит, да, сейчас экспанд граби. Граби, кстати, можно было взять вместо хикса змеек. Они хороши и против талонов, и против дриад. Дополнительный урон, потому что Хекс уже диспелится, особенно таким игроком, как Криолофус, достаточно легко. О, еще один отличный итем, Соби маска для СХ и книга ловкости для БМ. 4-4, 2,5, но здесь получит третий алхимик. Так, дракончиков строят. Дракончики — это тема. Ой-ой, на халде держат. То есть инвул мимо. А тут алхимик крепится. Очень удачно напал Криолов. Но там еще есть большая колба. Вот ее время настало. Очень хороший момент для Криолофуса. Как жестко он поймал. И сразу сколько ресурсов он забрал. Да, он потерял несколько юнитов, но, блин, сколько всего он убил. И смотрите, как дракончики заходят. Как жестко. Жесть. Вот это крипджек, я бы все-таки назвал его крипджеком, все изменил. Пендант энергии. Дриада замедляет, поэтому весь лут забрал Бистмастер. Граби такой, нет. Наши воины вступили в бой. Орк 700 золота осталось, потому что очень долгая осада была от эльфа. Ну, супер умный игрок. Просто красивый Warcraft. Вот то, что я сейчас наблюдаю, комментирую, это просто красивый Warcraft.
Вот комментирую, почти плачу, пацаны. Ну, нет сейчас таких игр, при всем уважении к играющим, но... Реально. Просто эльф на полтиннике прессует с талонами орка. Не коммитится до конца, не выходит из лимита, под шумок свапается в дриад, ставит экспанд. Это не говорю уже о том, что открылся он через кипера, и что орк, против которого он все это исполняет, это граби. То есть, по мнению многих, если не лучший, то в топ-3 лучших орков за всю историю игры это точно. И, ну, то есть, это все работает. Это играют два там. Два, ну, если не гениальных, то супер умных варкрафтера. То есть Граби отвечает тем, что спавнит Спирит Уокеров с двух лоджий, и после добавления эльфом в берсеркеров, ой, после добавления эльфом дриад и дракончиков добавляет берсеркеров. И все решается в мельчайшем крипджеке. Все. Когда, чтобы получил алхимик третий уровень, вынужден отвести граби двух своих героев, и одного из них ловят через корни и убивают. При этом еще граби отдает вместе с этим кучу ресурсов в виде двух ключевых итемов Инвули и Колби плюс 500, который он так берег всю игру. У Креолов умер Тинкер между делом. Здесь 3-3 против 5-4. Минус Shadow Hunter. Проблема в том, что дриад убивает только Блейдмастер, но и против Блейдмастера слишком много дизейбла в виде талонов, в виде корней. Это очень много. Голды у Граби уже нет. Здесь вовсю добывает рудник. Перекопался второй. Пристроится гигант. Медведей мы так и не увидели, но, наверное, они здесь и не нужны были. Я поспешил с выводами, действительно, потому что они отлетают от Спирит Уокеров, но все равно я считаю, это неплохой вариант был. Потому что, чтобы полностью законтрить медведей, Граби нужно было бы строить зверинец и кадоев. Красиво передислоцировал талонов. Хотя и не очень эффективно, но красиво. Ну, потому что какая разница, типа. Ну и что, перелетели они, и что. Блейдмастер 6 уровня. Есть магазин, магазина нет. Блейдшторм. Скорее всего, не увидим, пацаны. А, ну да, еще я молчу про Fairy Fire, который лишает БМа свободно передвигаться в инвизе. И про Сокола, который все это дело тоже палит. Да, красиво. Став у Тинкера. Ну да, тут Крайби уже. Но я думаю, эта игра помещена выше, чем
те, например, две предыдущие, которые мы смотрели, потому что здесь необычные стратегии выбраны. Скорее, игра была односторонней, да, было там в какой-то момент у Граби момент, типа, где он перехватил инициативу, но, собственно говоря, по большому счету эльф в мидгейме и в начале доминировал, поэтому я думаю, все-таки из-за страты, но в целом, почему бы и нет. Эта игра была под номером 67, пацаны. Или нет, 66, да, наверное, уже. Грабби Криолофус. С вами был Пух. И до скорых встреч. Увидимся.